Здравствуйте, зрители моего канала. Ну, к сожалению, не совсем будет радостный мой канал, не совсем про музыку и не совсем про жизнь, потому что тот сюжет радостный из лесу встречки, который я планировал 31-го, придя домой вечером, буквально только сняв ботинки, там, разобрав рюкзак, я тут же прочитал в интернете вот трагические новости о самолете, причем это, прямо скажем, было уже за неделю ожидаемо. Ну, была информация кое-какая сверху, как это говорится. Я, как подобает Махатме, могу себе позволить общаться с определенными источниками, которые я раскрывать вовсе не собираюсь. И, в общем-то, это не последний самолет, к сожалению. Ну, дальше что? То есть, комментировать вот это вот откровенное жертвоприношение, которое произошло над Синайской пустыней, то есть, ну, там, где Моисей водил евреев и мочил непокорных ему, в том числе и светлых жрецов, да, я не буду, вы сами догадаетесь. Но это явление, оно своего рода фальшфлаг, то есть оно служит, это жертва для отвлечения внимания, то есть пока народ смотрит туда, как подобает всем ворам, воры делают что? Воры делают, водят, значит, господин, знаете, такого, Мендель, да, Медведев, закон о том, что когти свои виналка будет запускать к детям, что, значит, теперь уже воспитывать родители права не имеют ребенка, согласно там законам своим, согласно нормам морали, а будет некая государственная структура этим будет. Смешно, да? Второе очень интересное событие произошло достаточно далеко от Синая, от Египта. Оно произошло в Омске. То есть, оно произошло 2 ноября 4524 года, если мы так переведем на нынешний календарь, наш древневедический календарь. Прокурор города Омска выиграл, значит, дело, и суд принял решение о том, что славяно-арийские веды теперь экстремистская литература. Но возникает вопрос, как может быть что-то начертанное на камнях, какое-то изустное предание, фольклор экстремистской литературы. То есть, ну, начали, как вы помните, с чего? Страшная сказка «Колобок», которого жестоко может сажать лиса там и так далее. Ублюдочные мультики, ну погоди, но я так в кавычках говорю про те вещи, на которых все воспитывались. И вот пришли к чему? К юстиции криминальной, запрету вет, то есть запрету истории, то есть к обрезанию дальнейшей истории нашего великого русского народа и всех народов, которые шли вот по золотому пути восхождения, да, то есть светлому. То есть эти, значит, твари, они теперь глумятся просто откровенно. То есть они глумятся вот таким образом. То есть и ничем они в принципе не отличаются, если мы взглянем, что они ничем не отличаются от талибов, которые расхерачивают памятники, там, уничтожают артефакты, разворовывают там музеи, где все собрано. То есть тот же самый подход, форматирование, переписывание истории. Возникает вопрос, кому это выгодно. Вот так вот. Ну какая будет позиция, я не знаю. К сожалению, приходится заниматься не музыкой, а тем, что вот нас скоро просто поставят незаконно, что вот все эти книжки, допустим, будут запрещенными, все наши сказки там. То есть, ну, я не удивлюсь, если скоро будет введен второй язык, английский, бля, в качестве внутреннего. Ну, хули еще колонии надо. Колонии надо вот управлять. Все. Это уже отформатировано, то есть и те, кто верно служит, кто сейчас проводит вот эту вот политику за бабло, кто там какие-то войны развязывает где-то непонятные, там тащится, ну это коснется всех вас. И коснется довольно скоро. Отчет уже пошел. То есть и если мы вспомним, это хунта, которая на светлый праздник захватила власть на 9 мая, да, когда победа над страшным, над фашизмом. И она сейчас глумится теми же фашистскими способами над народами России, над Русью просто. Это хабадническая секта этих ублюдков. То есть отправляет русских на убой туда, устраивает вот это вот
одна рука тут, другая на Украине, устраивает этот между собой по утилизации народа. То есть, ну, то, что я вам говорил, как вы знаете, на моем канале пустых слов не бывает. Все мои и технические, и прочие прогнозы, они рано или поздно, но не сбываются. Поэтому не хочу быть пророком, но так скажу, что коль на Хэллоуин вам завалили самолет, ну, ждите подарков еще. И это будет уже не самолет и не костры из книг. Если будут гореть костры из книг, то эти костры будут уже радиоактивными, господа хорошие. Так что ожидайте с 21 на 22 декабря очередных приколов. Я не знаю, какие нужны еще слова, как можно пробудить у людей мозг, там, убрать эту зазомбированность, убрать поклонение золотому кольцу, вот этому дерьму, то есть присмыкание. Ну, хотите, если чтобы вас зачипировали и выебали, ну, не надейтесь только. Потому что те, кто летел отдыхать в самолет, тоже они думают, что все хорошо. Ну, это безжалостное и все. Тут зачистка от русских будет идти. До последнего человека. Тут никаких не будет. Выслужиться и урвать. И кто это не осознает, ну, даже не знаю, что и сказать. Возможно, он, может, правда, недостоин жизни, раз он так себя ведет. Спасибо за внимание. До свидания. Не хотелось грустно, но такой вот получился сюжет.